Поиграем! Кто жизнь познал, тот не торопится. Да, Кат? Да, да. Надо было их покормить, может. Будут фотки. Домани? Завтра? Домани, домани. Дарина говорит, что рум-тур – это хорошо, и надо записывать его. Вот кровать, арабская ночь, а вот письменный стол. Я написала всю ночь. А вот стол, вот телек, ванна розовая. Короче, подписывайтесь на наш канал. Будем лайком и дизлайком рады. Он уже испортил. Отличный водитель для тебя, Катарина Тарханова. А где для Анны Бейлис? Я что-то не поняла. Я теперь слишком популярная, чтобы ездить на таком. А мы сейчас приехали в Гарду, и мы сняли жилье. Сейчас покажу. И такая система, когда тебе кладут ключи в почтовый ящик, либо ты открываешь вот такую штуку, да? И тут, короче, нужен код. Вводишь его и забираешь ключи. Очень удобно, прикольно. Вот. И мы тут были с большими чемоданами. Мы офигели просто тащить его на третий этаж. Капец просто. Интересно. И даже кофе машины есть. И знаете, сколько стоит? Мы вот на двоих каждый заплатил по 2500 рублей. Рубликов. Всего 5000 стоит за ночь. Я считаю, что это очень хорошо, очень будет стоять рыбами. Вот. В прошлом отеле мы жили в 5-звездочном номере. Вы посмотрите нашу ванну. Вот наши апартаменты тоже. Катарина. Вот. В общем, клево. Что за сайт? Как называется? Все время его забываю. Катарин. Как сайт называется? Сайт Airbnb. Вот. Я все время не выговариваю, говорю рыбам-бам-бам-бам-бам. Вот такие чемоданы тащили на третий этаж вдвоем. Как хорошо вдвоем, поэтому лучше не одному ездить, а вдвоем. Хотя бы, чтобы чемоданы потащить. Шучу. По Анне Бейлис и Катарине Тархановой. Все, что скрыто от камер. У блогеров. Вот сидим, пьем. Не шампанское, да, на кома, а кофе из стаканчика. Растворим, шутка, нет. В общем, мы заказали лазанью, пасту. Катя впервые пьет кофе в Италии. Вот, и я сейчас буду левой рукой пробовать чуть-чуть лазанью. Реально очень вкусно. Такое прям. Ну прям в Италии. Что за салфетки? Просто. Чего? Мама моя. Ну-ка, дайте простить. Очень вкусно. Я очень нагло возьму тебя. Прям макаронку. Мне не очень нравится. Моя лазанья лучше. Они какие-то, кстати, они вообще должны быть недоваренные. Но они почему-то тут переваренные. Скажи, пожалуйста, это. Ну-ка, боже. Мне больше, ну согласись, ну. Они разные, но это очень вкусно. Я еще бешамель у тебя возьму чуть-чуть. Это что? Соус, который, ну, добавляется в лазанью. Бешамель соус. Ну, ладненько. Ладненько. Че, Кат, пить будешь? Пить буду кофе. А я не пью. А вечером-то апероль. Ой, вы не слышали, да? Водичку. Да, у нас дети же не смотрят. У меня в подписчиках, наверное, детей нет. Ты умеешь снимать? Анечка, давай быстрее лезь, потому что нам пизда. Я почему где? Давай лезь. Блин, ты не хочешь лезть. Я с берега сфоткаю. Мне надо сфоткать рекламу. Блин, писец. Да. Короче, блин, мы залезли на лодку, чтобы сделать мне контент. Вот, теперь Ката перелезает. Пиздец, а что ты паутину меня не расчистила? Так, давай быстро делать. Я тебя убью. Я очень боюсь так делать. Лимоны, лимоны, лимоны.
ой, я вспомнила, мы, кстати, в театральном так делали, типа, лимоны, лимоны, чтобы развивать нашу речь. Ань, поймай мне утку. Вот, подержи-ка. Подержи, говорю. Покажу сейчас лимоны. Лимоны, лимоны, лимоны. Там утки мои. Да не снимай меня так, у меня жирное лицо. Смотри. Буду всегда тебя так снимать. Она забирает уток себе в рюкзак домой. Тебя не пустят в аэропорт. Еще один плюс, когда у тебя нет наличных, у тебя есть друг, который, у которого есть наличные, а ты можешь... Свежий хлеб. Где этот балласт? Господи, мама, мамочки. Не отпускай, доверься, доверься. Смотри, Рэндалл идет, Рэндалл идет. Вообще итальянская кухня, двое итальяна готовят там завтрак, там лет, и тут все прям максимально дружно. Вот. Поэтому, может быть, не зря. Мир заботится о нас просто. Вот такие салфетки на Хэллоуин. Слушай, хорошо. Не ем тост. Я вообще без молочки уже месяц. Вот. Мусор я ем иногда. Как убирать крышки со стола? Мне стыдно, я фрюш. Ну и теперь тоже мне будет стыдно. И нет, теперь тоже надо буду убирать крошки. Вы посмотрите, какие номера! У них очень красивые номера. Вот это да! В общем, не поймали мы такси. И Uber, походу, здесь нету. Мы идем... Мы дошли до вокзала. Просто приехали в Верону, и тут сидит фараон. Просто сидит. А я так... Анбальс, повторю. Это для нашего влога. Вот, в общем, такой вкус есть и такой. Так. Мы опять открываем новую квартиру нашу. Опять на этом сайте. И нам нужно замок с собой, да, взять? Да. В общем, мы в очень крутом районе живем. В очень квартира. Мне кажется, это очень крутой вариант. И сколько? За сколько это? 4000 рублей? Ну это прям очень круто. Я в шоке. Милая, тебе кофейку сварить. После такого мне придется тебя убить. Ну как, кстати, вкусно? Когда я ставлю тебя, не буду ее воровать. Мы же все уже с песком. Блин, она же живая. Мне кажется, даже начинает на стол. Она нормально кушает. Это важно, что такое. А мы завтра уже улетаем. Очень классные апартаменты были, вообще уикенд и интимный семи-шоу. Надо было вести влог, когда мы были еще на шоу. Да? Пипец. В общем, у нас сегодня веселый Хэллоуин. Кота ударилась, я... Короче, все сокращение, сокращение. Все, душ. Всем доброго. Давай, бьюти-советы. И чем ты пользуешься, чтобы у тебя были такие роскошные волосы? О, волосы, да. Сказать. Итак, у меня есть два продукта Тиджи. Мне подбирали это с не рекламу, но Тиджи. Имейте в виду. В салоне подобрали. Я знаешь, что думаю? Нам надо оставлять бутылку после каждого путешествия. Сейчас я покажу вам Катину.
Вот это да.